Во всех школах России начнут преподавать финансовую грамотность. Срок старта 1 сентября 2022 года. Речь идет о школьниках с 1 по 9 классы. При этом по согласованию с родителями школьные программы могут быть изменены уже в этом году. Об изменениях сообщил Банк России, который принимал участие в разработке новых федеральных образовательных стандартов для начального и основного общего образования. В начальных классах школьникам финансовую грамотность будут преподавать на математике и окружающем мире. С 5 по 9 на математике, обществознании и географии. У младших ребят планируется сформировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их будут обучать анализу доходов и расходов семьи, составлению личного финансового плана. С 5 по 9 класс ученики будут оценивать риски предпринимательской деятельности, узнают о недобросовестных практиках финансовых организаций и видах финансового мошенничества. Некоторые математические задания будут посвящены расчету цен товаров, стоимости покупок, услуг или налогов. А на уроках географии школьникам расскажут определение качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.